Сейчас мы едем по Туркестанской и заворачиваем налево. Здесь начинается Карасу. Или это как раньше было Черноводская. Карасу, да. Карасу. Начало самое. Здесь хорошая улица, широкая. А ближе к 11-му уже узкая. Здесь еще на иностранном написано. Красиво так. Это Окихана, по-видимому, да? Там сейчас будем приезжать. Черноводская улица также не исключение, также она состоит из кусочков, которые постоянно прерываются на целые кварталы. Здесь даже надписи Карасу другие, как никак в 11-м. Как будто вообще другой город. Там интересно, что. Там, по-моему, тупик будет, сейчас глянем. Карасу 63, 67. Вот. Скорее всего, там тупик. Ищите улицу в другом месте. Вот теперь мы развернулись с этого тупика, едем назад. Там где-то закончилось номер где-то 72-73, наверное, было. И теперь только... Беловодскую. И теперь только это аж с Олимпетова будет остальной кусок улицы Карасу. Так вот, очень далеко даже. На Тарикулова выезжаем, Некрасова, опять в район Стекляшки. Теперь опять Арамбаякына в сторону 11 микрорайона. Теперь нам надо завернуть на Лимбетова направо. И только там мы попадем на Карасу снова. Это Лимбетова тоже кусочек очередной. Прямо тут тоже канал. Дороги нету. Теперь Карасу такая узенькая. Теперь здесь начинается тоже, а вот 73, там было 72, а здесь 73. Теперь хоть сама немножко не разбираюсь. Там было в тупике 72. Где эти, что, какие? Так иногда вот люди ходят, ищут, стучатся и спрашивают, где, что, номер какой. Тут пешком невозможно найти. Такие расстояния надо проезжать, чтобы эту улицу найти. Тут в сторону 11 микрорайона. Это Сапарбаева пересекает.
узенькая, да, совсем улица стала? Это Маншук Маметова улица. Это дорога идет где-то в фарме, да, аптеки выезжает. Заворачиваем направо. По-моему, до конца, там, наверное, заканчивается. Еще круг. Упрется в опять как раз. Вот дорога на Фитофарм. Да, это на Фитофарм. Кинотеатр Казгурт. Кинотеатр. Сейчас она Тайхана Казгурт. Карасу 171. А это уже другая Манкенская улица началась. Да ты чё? Да. Вы же там закончил? Да, я же тебе говорила, там заканчивается. А.